Как же вынимаются подголовники? Смотрите, установлены они жестко, зафиксированы, никаких либо движений вверх-вниз у них нет. Просовываем руку сюда. Смотрите, ищем окошечки, они примерно вот здесь вот, и нажимаем на них, на одну, на вторую, и одновременно рукой поднимаем подголовник. Все. Видите, да? Все. Вот смотрите, вот это ключики, от которых вам надо освободить там внутренние фиксаторы. То есть методом нажимания они просто отходят и освобождают. И подголовник вынимается. Вот все так вот легко, просто, но не каждый знает, куда надо надавить.